Всем привет! С вами стилист Алина Ковалева. Не знаете, что надеть? Надевайте блейзер. Блейзер – идеальное решение практически в любой непонятной ситуации. Он добавляет строгости джинсам, делая такое сочетание идеальным для офиса. Выглядит он круто с легким платьем, летящими брюками и даже с мини-юбкой. Этим фактом я не хочу для вас открыть Америку, однако на дворе весна, и спешу напомнить, что самое время достать из шкафа прошлогодний темно-синий или черный пиджак мужского кроя, чтобы заменить им пальто. Или купить идеально сидящий новый, который будет служить верой и правдой многие годы. В наше непростое время это самая умная инвестиция. Несмотря на то, что блейзеры продолжают оставаться символом офисного делового стиля для женщин всех возрастов, дизайнеры смело экспериментируют не только с используемыми фаршивыми материалами, но и с элементами декора. Так, лацканы воротника и рукавов могут быть отстрочены изящным кантом, а атласные модели изящно украшаются кружевной тесьмой. Отвороты рукавов и отделка воротника могут выполняться из контрастных тканей. Загадочный и стильный женский блейзер на 2016 год – это удлиненная или длинная модель с поясом на талии, также небольшим воротником, эмблемой на предплечье рукава и накладными карманами среднего размера. Обратите внимание, что карманы не должны отвлекать внимание от линии талии. Глубокий V-образный вырез с неприметным отложным воротничком, оригинальный пояс и выразительная линия бедра считаются самыми модными в этом сезоне. С вами была стилист Алина Ковалева. Всем пока-пока!